В Караганде бастуют строители. Рабочие, которые возводят жилой комплекс на юго-востоке, отказываются выходить на работу и требуют вернуть долги по заработной плате. Строительная компания «Оливия» задолжала работникам за 3 месяца. «Оливия, плати зарплату! Оливия, плати зарплату! Оливия, плати зарплату! Оливия, плати зарплату!» Сегодня в очередной раз несколько десятков строителей отказались выходить на работу. Люди требуют выплатить им заработную плату за 3 месяца. В общей сложности генподрядчик компания «Оливия» задолжала рабочим более 12 миллионов тенге. Строительная бригада в своих бедах винит акимат. Мотивирует тем, что акимат не выделяет деньги. Ходим в надежде, сюда приходим в надежде, чтобы это, выплатят нам зарплату. Уже больше месяца строители не выходят на работу, перебиваются временными заработками, чтобы хоть как-то прокормить семью. У меня 7 детей, кормить нечем. Ходим тоже с колын, перебиваемся. Мы будем судиться дальше. Надо без зарплаты как сидеть? Возмущенные застройщики готовы идти на крайние меры. Юрий из правозащитного объединения, представляющий интересы трудового коллектива, поможет рабочим составить исковое заявление. В соответствии трудовыми договорами, которые не заключались с той компанией, которая является компанией, и тут процедуры, в общем-то, исполнены в соответствии с этим и договором, в соответствии с законом нашей страны, значит, даже в соответствии с Конституцией, работодатель обязан в срок и в полном объеме, и с исполнением обязательств по социальному пакету выплатить им задолженности по зарплате. Представители генподрядчика уверяют, их вины в том, что рабочие остались без зарплаты, нет. Ссылаясь на неких людей свыше, обещают, проблема финансирования решится уже на следующей неделе. Эта ситуация, ну, сложилась, собственно, она уже давно, ну, как не по нашей, собственно, вине. Но, как меня заверили свыше, до конца следующей недели этот вопрос разрешится полностью. Вся зарплата будет выплачена рабочим. К слову, строительство кредитного жилья по проспекту Шахтеров ведется с июня прошлого года. Сдать объект планируют в следующем году. Заказчиком является отдел строительства города Караганды. Ирина Камышова, Бауыржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.